в этот праздник взрослые должны как бы понимать проблемы детей, помогать им в этот день. Праздник День защиты детей. Я желаю всем детям здоровья, счастья и хорошего внимания. День защиты детей – это очень важный праздник, где защищают всех детей. Я желаю всем детям, чтобы они радовались, играли и никогда не грустили. День защиты детей – это когда взрослые защищают деток, чтобы с ними ничего не случилось. Это очень важный праздник. День защиты детей – это международный праздник. Я желаю, чтобы у всех было хорошее настроение и много мармеладок. Праздник День защиты детей – это когда взрослые должны вспомнить о детях и защитить их. Я желаю детям счастья, много подарков, веселья. Праздник День защиты детей – это когда всех детей защищают. Я желаю детям счастья, здоровья и хорошего. День защиты детей – это праздник, когда взрослые защищают детей. Я желаю всем детей счастья, здоровья и всего самого хорошего. Это праздник всех деток. Я желаю счастья, здоровья и все добро. День защиты детей – очень важный праздник, потому что защищают всех детей. Я желаю детям в этот день много здоровья и вкусняшек. День защиты детей празднуется 1 июня. Дети же вообще беззащитные и маленькие. И вот как раз-таки от таких надо их и защищать. От плохих, да. Вот. И дети, они очень маленькие. И главное, чтобы они были здоровые, хорошие. И людям хорошим, взрослым, надо оберегать их, любить и защищать.